понедельника. Жизнь вне закона может заставить убегать и скрываться. Я не хочу в тюрьму. Хочешь свалить, сваливай. Под землю тебя достану. Твоя внешность способна стать источником серьезных проблем. Тихо. Вик в Турции. От этой гадины всего можно ожидать. Слушай сюда, Шамал. Я тебе полбашки отрежу. Куда ты спрятала деньги? Я ничего не помню. И когда стечение обстоятельств кардинально меняет всю твою жизнь. Где теперь эта мразь искать? Ребята, я голову ударилась, память потеряла. У меня ничего нет, ни документов, ни паспорта, вообще ничего. Слушай, а может ты в розыске? Я не знаю. Нужно быть осторожной и подготовиться к смертельным опасностям. Турецкий транзит с понедельника на ТВ Рус.